Vinitaly 2019 Mosca. Salute. La nostra cantina è a Modena. E per me è un grande piacere essere qua a Mosca in questo bellissimo evento e presentare i miei вини. Кантина винодельня Басоли. Нам очень приятно участвовать на этом мероприятии, где есть возможность продегустировать наши вина. Кантина Басоли Фризанте из сорта винограда Сорбара. Per me è un grande onore essere in questa bellissima città. La mia prima volta qua in Russia, qua in Mosca. La nostra vinodelina находится в регионе Эмилия-Романья, это в городе Модена. И нам доставляет честь находиться сейчас здесь, в Москве, представлять линейку наших вин, игристых и красных. И мы надеемся, что наши вина будут оценены по достоинству импортерами российскими и всеми другими посетителями. Представляем винодельню Кантина Тула из региона Монтепульчано де Абруцци. Мы только-только заключили партнерское отношение с этой винодельней и представляем полный портфель этой винодельни. Винодельня очень известная, очень большая, больше 3000 гектар виноградников. Представляем игристое из пекарина, 100% пекарина винодельня Кантина Тула. Тихая пекарина. Да, вот оно у меня в бокале. Да. Очень интересно проявляет себя сорт, автохтонный сорт. Да. Он очень по-разному проявляет себя как в игристом, так и в тихом. Если у нас игрист очень сдержанный, очень гастрономичный, очень элегантный, то здесь больше яркости, яркая, больше ароматики, да. Больше цветов. Если хочется создать атмосферу и настроение праздника, то больше посоветуем тихая пекарина. Mm-hmm. Если для деловой встречи, для аперитива, то, конечно же, это игристая пекарина. Хочу еще обратить ваше внимание на Монтепульчано де Абруцци. Вино было выдержано 24 месяца в бочках. И на протяжении 4 лет имеет награду 3 бокала, самую высшую награду итальянских вин, 3 бекерии. Производителей, которые представлены сегодня на Винитале, это в Рабадзале, от производителя Катанера. Мы представляем два вина. Это Нарелла Капуччо, Нарелла Маскалезе в красный сортовой состав. И есть еще Катанера, тоже в белом исполнении, белый сорт винограда Катарата.
Сицилия. Хочу рассказать конкретно про красное, поскольку это зона этнодок. Это восточная часть Сицилии. И благодаря тому, что виноградники находятся на туфовых, на вулканических почвах, мы рады, что работаем с этим производителем, поскольку именно тот терруар, именно та экспозиция виноградников передает весь микроклимат в бокале вина. Мы чувствуем и микроэлементы, пряности, копченость, все это есть. 15 месяцев выдержка. Прекрасного итальянского производителя из региона Апулия Варвальона, который является семейным домом, основанным в 1921 году. Эти вина на рынке российском сейчас представляет компания Open Wine. Палитра вкусов очень широкая. Например, Мальвазия. Интересный ароматный сорт винограда. Очень нежный, хорошо сбалансированный, с приятной кислотностью. Фруктовый аромат. Одной из самых интересных новостей этого дня является розовое вино, сделанное из сорта винограда «Примитива», которое получило буквально недавно, на днях, заслуженную серьезную награду. Это «Гамбара Росса 3 бокала». И позвольте в завершении нашей сегодняшней дегустации предложить вам «Примитива ди Мандурия», прекрасное вино из, называется «Папали», «Папали линии Оро». Особенность этого вина в том, что сорт винограда «Примитива» очень, с очень старых лос. И выдержка происходит 18 месяцев в дубовых бочках. Плюс 9 сюда будут. Малетта. Рекомендую Малетта Экстра Драй. Новая классика появился производитель из Венето Тенута Санта Мария ди Гаэтано Бертани. Я хотела бы представить вашему вниманию традиционное вино Суавы, сделанное из 100% винограда Гарганега. Я хотела бы перейти на красные вина и представить вам вино Прагал. Это AGT, состоящий из трех сортов винограда: Карвина, Мерло и Сира. И я с удовольствием представляю линейку из трех классических вин: Вольполичелла Классико Супериоре, сделанное также из трех основных сортов Венето. Это Карвина, Рендинелла и Карвиноне. Следующее вино, которое я хотела бы представить, это традиционное Рипассо, сделанное из тех же сортов винограда: Карвина, Рендинелла, Карвиноне и Амароне. Это легендарные амароны от семьи Бертани, амароны резерва, с очень длительной 5-летней выдержкой в больших бочках. Очень элегантная, очень изысканная. Я хотела бы представить производителя, владельца Тенута Санта Марии ди Гаэтано Бертани, господина Джованни Бертани. Мне очень приятно сегодня быть в Москве и представлять наши амароны резерва 2013 года. Мы празднуем 91-й год производства нашего вина амароны. Винетели 2019, Москва!